каждый выбирает для себя. Первые 3 минуты этого видео вы не просто узнаете, а гарантированно получите $200 на топ-бирже CoinsBit, не потратив при этом ни копейки. Поехали! Дело в том, что 20 декабря топ-биржа с мировым именем проводит грандиознейшую акцию по привлечению новых пользователей. Прямо в данную секунду идет невероятнейший арбит – бесплатная раздача токенов биржи CoinsBit. За регистрацию и верификацию своего аккаунта CoinsBit вам гарантированно дает 200 реальных долларов в своих токенах. Их вы сможете обменять хоть на доллары, хоть на биткоины и вывести на свой кошелек. Чтобы получить $200, нам нужно сделать всего 2 действия. Делаем вместе все по порядку. Первое, что нужно сделать, это перейти по ссылке ниже видео и зарегистрироваться на бирже. Регистрация тут очень простая. Вводим свой email адрес. Вводите только действующую почту. На нее вам придет подтверждение о регистрации. Далее придумайте и введите свой пароль. Повторяем пароль. Здесь ставим галочку в чекбокс и жмем кнопочку «Зарегистрироваться». После этого вам на почту придет вот такое письмо от CoinsBit. Ссылка для подтверждения вашей регистрации. Здесь будьте внимательны. Письмо может попасть в папку «Спам». Поэтому проверьте и эту папку. Открываем это письмо и переходим по ссылке подтверждения. Поздравляю, вы зарегистрировались, осталась только верификация. А сейчас ставьте на паузу это видео и регистрируйтесь, а далее пройдем вместе верификацию. Итак, продолжим. После того, как вы зарегистрировались, вам осталось пройти верификацию на бирже. Не бойтесь этого делать, это стандартная процедура абсолютно для всех бирж и платежных систем. Для этого заходим в свой кабинет. Жмем «Вход», вводим указанный при регистрации email и пароль, жмем «Войти». Вы попали в свой личный кабинет. Здесь переходим на вкладку «Реферальная программа». Тут будут все данные о вашей учетной записи. И жмем «Подтверждение». На этой вкладке мы и проходим верификацию. Тут нужно заполнить небольшую анкету. Ваше имя, фамилия, указать вашу дату рождения, ваш пол, страну, город. В общем, все стандартные графы для анкеты. Заполняем их и нажимаем кнопку «Отправить». Далее переходим на документы. Нам нужно для подтверждения своей личности отправить фото одного из предложенных документов. Либо паспорт, страницу, где ваше фото, либо водительское удостоверение с двух сторон. Я, например, отправил свое водительское удостоверение, а моя жена отправила фото паспорта, и мы оба успешно прошли верификацию. В общем, фотографируем и загружаем. Тут еще есть вариант отправить карту ID, но это только для Европы, у них есть такой документ. Ниже нужно сделать селфи. В одну руку возьмите тот документ, который вы отправляете, а в другую листок бумаги, где от руки будет написано coinsbit.io, сегодняшняя дата и ваша подпись. Это делается для того, чтобы убедиться, что это именно вы, а не кто-то другой проходит верификацию. В общем, фоткаемся, загружаем и жмем «Отправить». Вот и все. Ваша заявка на верификацию принята. Заявка обрабатывается до 5 суток, в зависимости от загруженности операторов. Сейчас на бирже идет очень много верификаций. После того, как ваша заявка будет обработана, вы увидите в своем кабинете вот такую надпись. И в тот же момент вам на счет поступят $200 в токенах биржи за верификацию аккаунта. Переходите на вкладку «Баланс». Именно там и будут ждать вас ваши деньги. У меня уже, конечно, немножко больше, тут еще за рефералов. Есть еще один очень важный нюанс. Возьмите это видео, скопируйте и разместите под ним свою реферальную ссылку. Она находится на вкладке «Реферальная программа» вот здесь. И раздайте это видео своим знакомым и друзьям. Пусть они также получат по $200. Ну а вы же получите за них еще по $100 за каждого. Лично я до 20 числа буду стараться рассказать об этом как можно больше, потому что такие шикарные возможности встречаются нечасто даже в интернет. Вспомните хотя бы биткоин. Когда-то он стоил 10 центов. Кто же знал, что он будет стоить десятки тысяч всего через несколько лет? Ну а сейчас ставьте видео на паузу и проходите верификацию. А после обязательно послушайте самое главное. Я думаю, что вы уже зарегистрировались и отправили все данные на верификацию. И в скором времени на ваш счет поступят 2000 CNB. Что же с ними делать? Сразу менять на доллары и выводить или что? С 1 января начнутся торги этими токенами.
Цена будет по 10 центов за один токен, а нам их дали 2000. То есть 1 числа вы сможете их сразу же обменять на $200. Ну или на биткоин, или еще на какую-то криптовалюту, и вывести себе на кошелек. Но я хочу вам рассказать, что с ними буду делать я, а вы уже для себя решите сами. Для начала нужно понимать, что биржа CoinsBit — это не просто заурядная биржа. Эта биржа открылась в начале 2018 года и была признана самым лучшим запуском года. Это топ-биржа криптовалют с объемом в $400 миллионов в сутки. Давайте откроем CoinMarketCap. Это, кстати, один из самых авторитетных сайтов по криптовалютам. Тут показаны все объемы всех бирж и криптовалют на сегодняшний день. Посмотрите, объем CoinsBit за последние 24 часа составляет более $400 миллионов. Открываем топ 100 бирж и смотрим. Уже сейчас она на 38 месте в мире и стремительно поднимается в топ 10 криптобирж. А у нас уже есть 2000 токенов этой биржи. И если вы вспомните историю биржи Binance, которая сейчас входит в топ 20 криптобирж, то вспомните, еще в 2016 году они также бесплатно раздавали свои токены BNB. Давайте откроем историю курса их токенов. Смотрите. Они начали торговать ими также по 10 центов за один. И вот смотрите, уже через полгода один их токен стоил $24. А на пике они вообще достигали почти 40. Сейчас их цена почти $20. И те, кто тогда поверил и оставил себе хотя бы 1000 коинов, которые тогда можно было обменять на $100, через полгода смогли их продать за $24 000. Поэтому я, конечно, часть коинов обменяю, но часть оставлю. Думаю, они еще смогут стрельнуть в недалеком будущем. И их можно будет продать гораздо дороже. И вы получите уже не 200, а 2000 или даже $20 000. С криптовалютами это возможно. В общем, регистрируйтесь и верифицируйтесь, чтобы потом локти не кусать. Как многие сейчас говорят, вот бы я знал, то купил бы битков еще в 2012 году. Вот она возможность получить бесплатно. И помните, вы ничего не теряете, а получить можете очень многое. Привет всем, с вами Александр Камаев. Небольшое дополнение. Автор изложил все очень корректно и грамотно, с моей точки зрения. Но, видимо, ролик был записан давно, и сайт успел существенные изменения претерпеть. В частности, вот нету в первой строке никаких рефералов. Справа вверху ваша аватарка. Это аккаунт, рефералы, история, выход и так далее. Нужно нажать аккаунт, и там можно проходить верификацию. Дальше, нажав на рефералы, возьмете свою реферальную ссылку. Я, как автор и рекомендует, загрузил его ролик с этим дополнением, и моя реферальная ссылка в описании будет. Еще один нюанс. Сайт использует не встречавшийся мне ранее способ защиты от роботов. Когда вы входите на свой аккаунт после подтверждения почтового ящика, вставляете аккаунт, пароль, нажимаете вход, и появляется вот такой способ проверки. Здесь нужно перетащить этот пазл так, чтобы как бы текст был восстановлен. Это будет служить вашей проверкой. После этого мы попадаем в свой аккаунт. Всех вам благ и успехов. С вами был Александр Камаев. Всем пока. Никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя.